et nous devons répondre des actes de toute personne qui serait d'origine notre pays. К сожалению, чеченский народ до сих пор достаточно не интегрирован в французское общество. Люди, которые эмигрировали, плохо владеют французским языком. Только молодежь, которая здесь выросла, учится в французских школах, более-менее владеет, хорошо владеет, в принципе, французским языком, но они не способны передать ту нашу трагедию, которую испытали мы, старшее поколение. И в итоге французское сообщество не знает о нас, по большому счету, ничего. Мы забыли, чтобы на нас, на чеченов, не вешали ярлыки, что террористы, что не появляется что-либо страшное, сразу язык, они включают чечен. Вот мы собрались, что мы не террористы, мы сюда приехали мирной жизнью, почувствовать, понюхать, как вам сказать, прожить в мире добра. Вы снимаете, да? Ну, да. Что, нельзя? Не надо. Меня нельзя, желательно нельзя.